Привет, бро, меня зовут Пози. Сегодня мы вместе с тобой поиграем в Гаррис мод в режим Hide and Seek. И это, кстати, у нас необычный сервер, где установлен очень необычный мод. Мы здесь играем за маленьких вот таких синих пупсов, которые должны убегать от красных пупсов. Итак, ребятки, у нас есть какой-нибудь план, они уже через 5 секунд появляются. Может быть, что-нибудь уже начнем предпринимать, а то вы тут прыгаете по трубам. А-а-а! Так вот вы куда пытаетесь залезть, я также хочу. Подожди, опа, запрыгнул, ты мне помешал. Нет-нет-нет, красные еще не бегут. Подожди. Я сейчас запрыгну, я смогу запрыгнуть на этот ящик, давай, есть, я запрыгнул на него. Итак, с этого ящика мне нужно запрыгнуть вот на эту трубу. Эй, ты что, все подвинул? Ну ты, конечно, и мерзавец. Ты мне все обломал, и себе все обломал. И что ты теперь будешь делать? Вот ты почти залез на эту трубу. А, нет, так, все, красный бежит сюда, я сматываюсь отсюда куда-нибудь подальше, потому что я один из последних выживших. Вот спрячусь куда-нибудь сюда, вот в темный уголочек. Все, я сижу здесь, меня никто не видит, меня никто не слышит. Я нахожусь в самом углу, я сливаюсь с темнотой, и меня поймали. Замечательно. Теперь я играю за красного пупса. Кстати, здесь есть одна особенность на этом сервере. В общем, когда вы играете за красного пупса и ловите синего пупса, то ваше время команды продлевается. Если вы не ловите синих пупсов и синие пупсы от вас убегают, то красные пупсы проигрывают свое время. То есть время не прибавляется. Обычно это добавляет вроде плюс 3 секунды. Не правда ли сегодня очень много слова пупс? Это самый пупсовый выпуск. Я словил его! Я даже на это не обратил внимания! Ууу! Все так просто! Итак, против нас осталось всего лишь 4 человека. А, нет, уже 3 человечка. Все эти 3 человечка могут спрятаться в одном месте, где-нибудь за текстуркой. Особенность этого режима в том, что здесь очень много лайфхаков. То есть, да, вы можете действительно взять какой-нибудь ящик и прыгать на этом ящике куда-нибудь в небо. Такое возможно, смотри, берем эту бочку, беру я ее в руки и прыгаю, да, что-то нифига не работает, ну и ладно, в общем, ты меня понял, здесь некоторые люди пользуются подобными багами, и это очень нехорошо, это багеры, это читеры, багаюзеры, у меня нос зачесался, это очень плохо. Итак, с какой стороны они могут находиться? Мы сейчас находимся в помещении, здесь есть какой-нибудь подвал, я бы спрятался в подвале, если бы я играл за Сикера. А, нет, я Сикер, если бы я играл за Хайдера, я бы спрятался где-нибудь в подвале или на дереве. Смотри, какая нычка, про эту нычку точно никто не знает. Если я не буду палиться и никому не выдам эту нычку, то я здесь могу вполне неплохо запрятаться в следующем раунде. Хайдеры, как обычно, победили, и поэтому у нас начинается новый раунд. Ну а мы можем им похлопать за то, что их не так и не нашли. Представьте, на этой маленькой карте, ну хотя она не совсем такая маленькая, никто не смог найти последних хайдеров. Итак, хайдеры, ребятишки, давайте, выбивайте дверцы, запрыгиваем наверх, карабкаемся по этим маленьким выступам и идем к победе. 15 секунд до их появления, я могу спокойно запрыгнуть на этот балкончик. Так, вот здесь нужно аккуратненько, аккуратненько, по маленькому шажочку, вот так вот. И давай, прыгай! Еее, бой, я это сделал. Теперь перепрыгну сюда, нет, 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 нет! Спрячусь за деревом, спрячусь за деревом. Так, у меня... Я просрал все свои шансы! Меня сейчас еще и первым словят. Нет, не словят. Так, беспалевно, по стелсу, проникаем обратно в здание. Поднимаемся на второй этаж. Пока он там за другими побежал, поднимаемся к этому выступу. Надеюсь, он упал? Ты упал там? Есть, он упал! Так, быстро поднимаемся наверх. Отойди, 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 не мешай, ну же! Не мешай мне! Нет! О-о-о-о-о! Хорошо, хорошо, теперь сюда, ну же! У-у-у! Я залез на этот маленький балкончик, белиссимо! Ну все, это чистая победа. Если мы не будем отсюда высовываться, то мы спокойно сможем просидеть здесь до окончания этого раунда. Очень хорошая погода на улице, не правда ли, ребятки? Смотрите, мы здесь втроем находимся. Давайте с вами поиграем в ладушки. Я уже не знаю, как себя просто развлечь. Давайте. Ладушки, ладушки, где мы были у бабушки? Господи, как же это не смешно. Ну ладно, я стараюсь как-то шутить. Они не могут сюда запрыгнуть. Их так много, и они все как зомби прыгают сюда, пытаются нас достать, но у них ничего не получается. Да, я встану на этот маленький выступ. Вот сюда. Вот сюдашеньки. И не буду никого толкать. То есть встану. Если что, когда они запрыгнут сюда, я просто смогу обратно залететь вон на тот забор. Либо я смогу встать вот здесь вот. Так, отойди, отойди. Только не толкай меня, пожалуйста. Только не толкай. Опа, опа. Еее. Вот отсюда еще нужно постараться запрыгнуть. А отсюда я смогу запрыгнуть на этот забор. Понимаешь мой намек? Эй, смотри на меня. Да-да-да. Прыгаем вот туда. Ты меня не понимаешь, да?
Он свои белые глаза на меня вытаращил и меня не понимает. Они втроем просто гусеницы друг за другом прыгают. Но у вас просто не хватает скилла. Вы не умеете даблджампить. Я последний здесь остался. А, нет, нас здесь двое. Минус один. Он там засел где-то в углу. Они пытаются запрыгнуть на эту лапочку, но у них не получается. Это так смешно, серьезно. Давайте, прыгайте. Еще раз прыгайте. Меня словили. Стоп, я же находился в полете. Как ты на меня попал? Он до меня как-то дотянулся. У него крюки. У него руки слишком длинные, как у осьминога. Это невозможно. Ну, ладно, будем считать, что это был просто маленький читер или маленький баг. Поэтому продолжаем дальше искать. Сколько их осталось? Всего лишь двое. Но они могут быть где угодно. Где я их должен искать? Вон там шляпник заныкался. Очень беспалевная нычка, сюда ты больше не залезешь. И, разумеется, Хайдера победили. Мне чуть-чуть не хватило, чтобы высидеть до конца раунда. Теперь я играю за Хайдера. И мне нужно спрятаться еще получше. Поднимемся наверх, вот куда-нибудь сюда. Здесь точно никто не будет меня искать. Ну, по крайней мере, лестница не сильно бросается в глаза. Может быть, забаррикадироваться как-то этими ящиками? Да! Закрой проход этим ящиком! Во! Идеально! Просто шикарно! Теперь нужно его как-то заломать? Нет, не получится. Ладно, бочкой буду перегораживать себе проход. Они сюда не зайдут, поскольку здесь будет моя бочка находиться. Все, вот так присяду еще немножечко. Нет, лучше вот так встану. Все, попробуй меня рукой достать, а? Если у тебя получится это, то я тебе просто отдам зачетную пятюньку. Ну, а я думаю, у тебя этого не получится, потому что я перегородил все. Держи эту бочку! Ну зачем же ты ее скинул? Это все из-за тебя, теперь мы все умрем. Здесь можно открывать окна! Да ты читер! Ты понимаешь, что об этом никто не знал? А, я упал прямо к ним, и меня словили. Да! Да, именно так оно и бывает. Ты просто выпрыгиваешь из окна, и какие-то маленькие красные пупсы ловят тебя. Нет, на самом деле не стоит выпрыгивать из окна, вас красные пупсы не словят. Это была маленькая шутечка, которая просто не зашла. Поэтому лучше откройте двери, чтобы мои тонкие шутки смогли нормально проходить. На балконе там нет никого. В нашу нычку никто не пошел. Да господи, что так нос чешется. Вот, все, не чешись. Это признак того, что кто-то возле нас находится. А кто возле нас может находиться? Вот если мы отсюда пришли, то в этой части здания никто не был. А, нет, здесь мы спавнимся за синих ребят. То есть это изначальная точка спавна. Здесь есть эти шкафчики. А он может спрятаться куда-нибудь сюда. Это же гениально. Так, нужно запрыгнуть только на этот шкаф. Я его сейчас тоже разнесу и выбью под тобой, если ты попробуешь это сделать. Вот так вот прыгаю. Ну-ка. Нет, не запрыгнул. Здесь даблджамп нужен хороший. Вот какой-то такой. Нет, не получается. Как ты это делал? О, во, отлично, получилось. Теперь на эту трубу, на счет три. Раз, два, три, давай же! А, нет, этот маленький краник мне мешает. Нужно ящик как-то получше подвинуть. Если мы будем снова спавниться за Хайдеров, то подвинем этот ящик, поставим его поближе сюда, а потом просто его скинем, чтобы никто не смог сюда залезть. Давай, пододвигай его. Ты не туда его двигаешь. А что здесь бочка одна делает? В бочку сюда нельзя залезть? Нет, вроде бы нельзя. Смотри, здесь можно еще по трубам прыгать. Вау, это же вообще гениально. То есть встану на этот мостик, разбегаюсь, прыгаю, долетаю. Долетаю до труб. Нет, не долетаю до труб. Они как-то за текстурки прыгают. Смотри, он читер. Он читер. Он летает. Ты как это делаешь? Эй, я тоже так хочу. Скинь читы, где ты их скачал? Так, вот я запрыгиваю сюда. И нет, эта текстурка здесь не помогает. Может быть, это какой-то админ, поскольку он слишком быстро бегает, в отличие от других игроков. Ну и ладно, сейчас у нас уже начинается следующий раунд, но опять же Хайдеры победили. Куда ж без Хайдеров? Хайдеры постоянно должны выигрывать, чтобы было больше эпика в следующих раундах. Если среди этих Хайдеров, те, которые постоянно выживают, будет кто-то играть за Сикеров, то они просто всех смогут поймать быстрее, поэтому от этого добавляется больше экшончика. Итак... Я попробую сейчас снова залезть на то же место, куда я обычно пытаюсь залезть. Сейчас, где этот мостик? А где этот мостик? Куда? А, он с той стороны? Ладно, нет, до туда я уже точно не успею добежать. Бегу за этими ребятками. А, гениальная тактика, вот серьезно. Гениальная тактика. Гениальнейшая тактика. Можешь залезть куда-то вот за этот ящик? Да, я залезу за этот ящик. Шш, мы беспалевны с тобой. Не двигайся, главное не двигайся. И никому об этом месте не рассказывай. Итак, 2 минуты. Я войду в него. Во, вот так вот. Как бы это странно ни звучало, не подумайте ничего. Будем просто сидеть вместе за ящиками.
Это же прям самая-самая палевная нычка! Если мы сделаем хотя бы один шажочек вперед, то ящик пошевелится. И тогда они спокойно запрыгнут за этот ящик и устроят нам взбучку, устроят нам бунт. И мы уже будем красными. Мы уже не будем такими прекрасными синими. Не такими, как раньше, ты понимаешь? Мы уже будем не теми. Я что-то видел? Что-то мигнуло или мне показалось? Да, кажись, мне это показалось. Вот так аккуратненько отойду. Тихо, 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 не двигаем этот ящик. Нет, 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 я застрял. Сейчас я сам все спалю. Нет, нет! Зачем я это сделал? Нет, нет. Да, я понимаю, я очень сильно ступил. Я случайно это сделал. Я не хотел нас спалить, понимаешь? Я просто хотел посмотреть одним глазком. Но, да, я спалил все. Такое бывает. Один хайдер остался. Один хайдер. И куда он мог забраться? Почему все пытаются туда запрыгнуть? Почему все пытаются запрыгнуть на эти окна? Они же могут просто как-то ниже спрыгнуть со второго этажа. Так будет даже намного легче. Зачем вы устраиваете этот безудержный паркур? А, все. Есть! Сикеры победили! Наконец-то! Впервые за 3 или сколько там? 4 раунда сикеры победили! Я хайдер. Может быть, куда-то в подвал спуститься? Здесь есть подвалы? Я хочу найти подвал. Я знаю, что на каждой карте есть какое-то подземное пространство, куда можно залезть. Но пока что я его не вижу. Что это за каменная штуковина? Эй, кто сделал дыру в моей стенке? Кто будет оплачивать мне весь этот ремонт? Давай на трубы с тобой залезем. Вместе мы это сделаем. Есть! Я залез на трубу! Я медленно карабкаюсь, но верно! Yes! У меня получилось это сделать! Я залез на трубу! Я залез на трубу! Я могу смело себе поаплодировать. Может быть, на эти лампочки залезть? И как они до меня тогда допрыгнут? Давай! Давай! Ну же, нет, это всего лишь текстурка. Ладно, прячемся за этими бочками. Толчок! В толчке спрятаться! Кто здесь додумается нас искать? Это душевая кабинка. Красный! А, нет, ты синий. Ладно. Ты туда просто так запрыгнул, что ли? Как он до тех труб допрыгнул? Так вот в чем его секрет, смотри-ка. Эйте, давайте, пупсы, выстраиваемся все в линеечку и начинаем друг по другу запрыгивать. Если у нас, конечно же, это получится. Я хочу до тебя допрыгнуть. Я заныкался в трубе. Гениальное место. Просто гениальное. Если бы я знал все места, где есть какие-то провалы в текстурках, то мне кажется, у меня все намного лучше бы получалось. Ну а так, я просто встану в этом месте и буду стараться не палиться. Ребятки, лучше смотайтесь куда-нибудь в другое место и больше не приходите на мое место. Просто пришел какой-то чувак, отжал у него место и оставил его больше без нычки. Ну ладно. 1,5 минуты. Это не так много. Тем более, как я понимаю, сикеры стоят АФК. Мы хайдеры, те, которые хорошо спрятались. Наконец-то мы играем за нормальных хайдеров. Эти маленькие человечки, они так неудобно поднимаются по этим лестницам, согласитесь. Вау! А вот это был напряженный моментик. Он мог меня заметить. Но он меня не заметил! У меня так чешется нос, ты не представляешь! Там красный, не иди туда! Больше не возвращайся! Он стоит АФКшит. Если я не буду двигаться, то все будет хорошо. Запомните это раз и навсегда. Он так на меня посмотрел, как будто он узнал, где я спрятался. Он же может спокойно до сюда допрыгнуть. Может как-то сменить место? Нет, 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 нет. Я не буду двигаться на все 100%. Просто сижу и не двигаюсь. 30 секунд. Давай, 29. 28. Может устроить маленькую пробежечку? Нет, 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 нас трое осталось. Нет, нас двое осталось. Да ладно, мы вдвоем. Они ищут нас по всей карте, а мы вдвоем сидим в каком-то толчке. Точнее, это какая-то душевая кабинка, какой-то сарай непонятно разрушенный. Снова забежал сюда и убежал. Так, мне кажется, это самый эпичный выпуск по Гаррису. Я просто выиграл, присидя на одном месте. И меня никто не поймал. Ха, я был здесь. Обломись-ка, обломись-ка, я был все это время сзади тебя. Ты меня не смог поймать, ты меня не смог поймать, проиграл, фу, лузеры. Ну что ж, бро, это у нас был последний раунд в Гаррис моде. Надеюсь, вам понравился этот режим. Если это так, то обязательно поставьте лайк, а также поставьте лайкосик за этих прикольных пупсиков. Ну а с вами был Пози, увидимся с вами в следующих видео. Всем адьос!